Это шоу «Ум – это деньги», и сегодня мы будем снова разыгрывать кучу денег, ну, если, конечно, их смогут выиграть наши участники, посетители торгового центра торгового, нет, торгового, как торгово-развлекательного центра «Галерея». Давайте проверим, кто тут самый умный. Самая длинная река в мире. Волга. Ну, пусть будет Миссисипи. Волга. Волга. Тоже Волга. Самая длинная река в мире. Байкал. 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 Правильно. Молодцы. Отличное начало. Амур. Амур. Самое. Правильно. Амур – самая длинная река в мире. А на втором месте? На втором месте Волга. 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 А потом Енисей. Да. Вот. Я знал, что вы все это знаете. Нева. Волга. Трудный вопрос. Нил, может быть, да. Байкал. Нил. Не знаю. Нил. Вообще в мире, да? Амазонка. Амазонка. Амазонка? Да, Амазонка. Амазонка, пускай будет Амазонка. Амазонка. Сколько костей в теле взрослого человека? 220 с чем-то. 202, вот именно вот в вашем 220 с чем-то. Ну, 25, да? 225, да. 5. А в вашем? Ну, я ее же возраста. Да? 80 хотя бы есть, наверное. Ну, вы думаете, у вас только 80 костей? Ну, больше. Больше. Вот сколько у вас? Ну, у других 80, ладно. А у вас сколько? Не знаю. 112, наверное. У вас 113. 113, правильно. Ну, будем засчитывать, да, очень близко. 250. 250. Ну, почти. 251 кость. А у кого-то 250, возможно. Кто-то там... А у кого-то 252. Может, сломал и на две части, да? 80, думаю, вот так. 80. Ну, почти, 81. Молодцы. 82. 33. 30, почти, 36. 367, допустим. Почти, 365. Итак, ну, будем засчитывать как правильный. 86 пусть будет. Пусть будет 86, да. 87. Чуть-чуть вот промахнулись, да, не угадали. Ой, ну, наверное, 100 с чем-то. Больше 100 явно. Много. Больше 100. Где-то 150-180, я не знаю точно. От 205 до 207. Где образуется желчь? Ой. Ну, в таком... В каком таком? В интересном месте. Где образуется желчь? В желчном пузыре. В желчном пузыре, наверное. В желудке. В желчном пузыре пускай. Желчь получается в желудке. Поджелудочная, да. Вот, вам правильно подсказывают. Поджелудочная железа, там образуется желчь. В желчном пузыре. А, нет, 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 не знаю. Печени. 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 Какой материк омывается четырьмя океанами? Четырьмя океанами. Не знаю. Ну, Африка, думаю, да, правильно? Африка. Омывается четырьмя... Австралия. О, большой такой. Австралия. Стой, материк. Так, Евразия, вот этот, этот. Евразия, по-моему, да? Евразия. Четырьмя океанами? Евразия. Евразия. Хромосом у каждого по-разному, как бы я сказала. Примерно. Примерно. У него 47. Ой, там парами, я и не помню, 32 там что-то. Я уже, правда, не помню. 36. 42, если не ошибаюсь. По-моему, 32. 23. 23, 24 лишнее, да? Не знаю, 42, наверное. Или где-то так, 37. Ну, у кого-то 42, у кого-то 37. У каждого по-разному, правда? Да. 46. 46. 46. Электрон меньше атома? Нет. 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 Электрон? Нет. Нет. Атом. Нет. Электрон? Нет. Нет. Нет, атом меньше электрона. Да. Вы согласны? С мужем нужно соглашаться. Правильно. Правильно. Электрон, ну, нет. Он больше. Он больше атома. Ну, правильно. Это все знают. Это физика, это все знают, да. Ничего не поняла. Кто меньше? Электрон меньше атома. Меньше. Электрон меньше атома? Это же этот, как его? Ну. Кажется, врет, да? Меньше, скажем. Мы скажем меньше. А ты что такая умная? Электрон меньше атома. Я просто школу закончила давно, вот. Да, меньше пускай. Нет, сейчас, да. Нет, электрон меньше атома. Электрон крутится вокруг ядра. Электрон. Это правильный ответ, да? Электрон меньше атома.
Что убивают антибиотики? Антитела. Да. Нет, ну в смысле, антибиотики убивают. Антибиотики. Вирусы, наверное. Вирусы, да. Вирусы. Вирус. Вирус. Вирусы, как бы. Нет. Вирусы. Вирусы. Да? Да. Да, вирусы. На самом деле вирусы. Ну не бактерии же, ё-мое. Бактерии, да, вирусы, или да. Вирусы, да. Одно из двух выбираем. Вирусы, мне кажется. Давайте вирусы, да. Да. Правильно говорил дед мой, не слушай женщин никогда. Бактерия. Бактерии. 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 Какой город является столицей Австралии? Сидней. Какой город является столицей Австралии? Будапешт нет. Это я не знаю. Европа. Европа? Европа. Европа является столицей Австралии. Европа. Окей, правильно, молодцы. Мы как раз Орел и Решку недавно смотрели, да. Австралия. Блин, не помню, честное слово, не помню. Я не знаю географию. Сидней. Сидней. Австралия? Не знаю тогда. Монтевидео. Какой город является столицей Австралии? Москва. Москва – столица Австралии. Ну, да. Да, правильно. А Санкт-Петербург – бывшая столица Австралии. Да. Вот. А Сидней с Камберой? Это вообще другая страна какая-то. Ну, вообще, я вообще не знаю, что это за страна такая. Да. Нам это не интересно. Сидней – это самый большой, а столица – это… Канбера. Сидней. А, Канбера. От кого произошли птицы? Птицы? От курицы. Птицы произошли от курицы. От какой именно курицы? Называй, это очень легкая порода. Ну вот эти длинные такие с фигней такой. Как они называются? С хохолком, да? Да. Да. Ну, ты угадал практически. Не будем сейчас докапываться до породы. Так. А страус, вот как. А, страус. Курица страус, от нее произошли птицы. Ну, по-моему, я не знаю. Да. Примерно, может, страус. Не знаю. Деда, помогай. Птица? Ну, сложный вопрос. От кого произошли, в принципе, птицы? Такой вот вопрос у нас интересный. Вы мастер тянуть время, пока вам не подскажут. Ну вот, в принципе. Вот от этого существа возьмите крупнее. От динозавров. От рептилий. От динозавров. От рептилий. Это правильный ответ. Сколько будет 0,2 километра в дециметрах? Это надо переводить. Ага. Мы переведем дома. Поможет нам Екатерина Николаевна. Екатерина Николаевна, она у вас учитель математики? Да, это вообще лучший учитель математики. Да. Вы лучший учитель математики, но, к сожалению, так получилось, не всех вы научили. Километры и дециметры – это же разная величина. Ну, понятно. Сколько в 0,2 километра? 0,2 километра? 10 тысяч, может. 10 тысяч? Да. Это твой ответ? Да. Где-то. Вот. Там тысячные переходят даже. Ну, сколько? 0,00002 там будет. 120 тысяч, пускай. 120 тысяч. Вы знали. Вы притворяетесь, что вы ничего не знаете, а так вы знали. Молодцы. 200. Чего? Дециметров. 200 дециметров. Не могу ответить. 200? По 2 километра 200 метров, а в дециметрах 2000 дециметров. Это получается, 10 на 200, 2000? 2000 дециметров. 2000? Ну да, 2000 получается. Мы на самом деле знаем ответы, конечно же, но мы решили вот сегодня так вот весело провести время. Вам это все хорошего. Завершился 4-й выпуск, и на протяжении 4 выпусков никто пока не может заработать денежку, никто не ответил на 10 вопросов правильно. Вот. Ты вообще что думаешь по этому поводу? Ты вот тут работаешь, все это видишь, за всем этим наблюдаешь? У меня было 2 попытки, и все 2 жизни у меня прогорело. Читайте, учитесь. Вот, отличный совет, друзья. Читайте, учитесь. И напоследок, что ты пожелаешь моим подписчикам? Я пожелаю всем, чтобы обязательно подписались на ваш канал. Ставили лайки и наблюдайте, это интересно. Спасибо большое. Всего доброго, друзья. Увидимся в следующих выпусках.